Прости, парень. У меня есть важные дела. В другой раз поговорим. Да? Если хочешь стать великим, собираешься нарушить закон? М? Я научу тебя, но не бесплатно. Знаешь, в чем? Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь. Да, немного того, немного сего. Заходи еще. Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. А если нет, может, это найдется на складе? Что тебе нужно, друг мой? Вид у тебя бледноватый. Наверное, это атаксия. У нас в Сиродиле это настоящая напасть. Извини мою наглость. А, так значит, ты алхимик. Если потребуется лекарство, ты знаешь, где меня найти. Люди забыли про веселье, поэзию и романтику.
Я не меньше прочих люблю помахать мечом, но жизнь на этом не заканчивается. А почему нет? Если я серая грива, это еще не значит, что я не могу зарабатывать. Да и я не про то. Прости за это. Я работаю на Белитора. В лавке помогаю. Не весело, когда все тебя гоняют почем зря. Thank you.
У нас и мелкое оружие, только лучшее оружие и броня. С тобой приятно иметь дело. Приветствую, знатока магии. Наколдуй мне теплую кровать. Солдаты стреляют по мишеням. Стреляя по живым целям, учишься гораздо быстрее.
Вот и ты, наконец. Хорошо. Я осмотрел развалины и уверен, что Карлия еще внутри. Нет, но я нашел ее лошадь. Не волнуйся, об этом я позаботился. На ней она не сбежит. Давай двигаться. Я хочу поймать ее внутри, пока она ничего не подозревает. Веди. Прости, мне казалось, что я тут главный. Ты ведешь, а я иду за тобой. Что непонятного? Только смотри в оба. Карлия коварна, как дюжина Даэдра. Не хватало еще угодить в ловушку и предупредить ее о том, что мы идем. 25 лет назад я стоял перед этими самыми руинами. Гал назначил мне здесь встречу, но не сказал, зачем звал. Когда я прибыл, Гал вышел из тени. Прежде чем он сказал хоть слово, его горло пронзила стрела. Я не успел даже выхватить клинок, а вторая стрела уже торчала из моей груди. Карлия — меткий стрелок, и ее лучшим оружием была неожиданность. Мне повезло. Стрела прошла в дюйме от сердца. Пошатываясь, я побежал прочь, но тут все поплыло у меня перед глазами. В тот момент я понял, что эта тварь отравила стрелой. Прежде чем потерять сознание, я увидел, как Карлия сбросила тело в разлом наверху руин. Бесславный конец славного человека. По сей день жалею, что дал ей уйти. Лучше б я погиб, пытаясь отомстить за Галла. Он того стоил. В гильдии начался хаос. Некоторые попытались занять место Галла на посту главы гильдии. Все они сразу обросли сторонниками, и крысиная нора превратилась в кровавую баню. Я видел, что стало с Галлом. Я хотел использовать ресурсы гильдии, чтобы найти Карлию, но остальным было плевать, что его убили. По счастью, я был настойчив, и другие группировки либо были убиты, либо покинули Скайрим. Внутренние разборки длились месяцами. За это время она успела спрятаться и хорошенько замести следы. Я потратил тысячи септимов и потянул за все ниточки, но она будто в воздухе растворилась. Как я уже говорил, она была лучшей из лучших. В гильдии начался хаос. Некоторые попытались занять место Галла на посту главы гильдии. Может, хватит уже тратить время? Она была упряма, как упрямы только Данмеры. Все хотела делать по-своему. Но она была лучшей из лучших. Приносила в месяц больше золота, чем другие за год. Гал ей чересчур доверял и подпустил слишком близко. Можно и так сказать, да. Я лично думаю, что она втиралась к нему в доверие, чтобы убить. Гал называл ее своим маленьким соловьем. Души в ней не чаял. Алчность, зависть, ненависть. Кто знает, что толкнуло ее на такое предательство. Но я выясню это, прежде чем она испустит дух. Это я могу сказать наверняка. У меня давняя договоренность с Темным Братством. Если мне нужно разобраться с кем-то в гильдии, мы делаем это сами. Они понимают, что ни к чему выносить ссор из дома. Держи оружие наготове. Карлия наверняка знает, что мы здесь. Считается, что в древние захоронения Нордов иногда совсем не так. Тут, судя по всему, не тот случай. В
Все совсем просто. Не знаю, почему про эти замки рассказывают столько небылиц. Все, что нужно, умение плюс крупица знаний. Вот и все после тебя. Смертью. Будь начеку. Эту цепь и берегись шипов. Похоже, Карлия заново настроила все ловушки. Oh.
впереди еще две. Костяные колокола. Умно. Наверняка пробуждают драугров. Смотри, не зацепи.
Что там? Нет! Это была не битва, а... Айс! Карлия всегда была шустрой девчонкой. Ей ничего не стоило проскользнуть мимо этого. У нас нет времени на болтовню. Что тебе нужно? В чем дело?
спрятаться от меня. Мы на верном пути. Она здесь была. Отличное место для засады. Будь наготове. Что это было? Тебе не спрятаться. Thank you.
не представляешь угрозы. Так, мелкая неприятность. А, вот одна из ник нордских дверей с секретом. Без подходящего когтя такую дверь обычно не открыть. А поскольку Карлия вместе с когтем уже далеко, нам придется исхитряться. К счастью, у этих запоров есть слабое место, если знаешь, как его использовать. Это действительно крайне просто. Карлия где-то рядом, я уверен. Пойдем. Да, что ж. Думаешь, что твоя стрела быстрее моего клинка? Дай мне только повод. Ты умная девочка, Карлия. Покупка поместья Златоцвет и вложение варню Хонинга – впечатляющая задумка. Чтобы разгромить врага, сначала изведи его союзников. Это первый урок, который преподал нам Гал. Ты всегда быстро училась. Недостаточно быстро. Иначе Гал был бы жив. У Галла было богатство, и у него была ты. Все, что от него требовалось, смотреть в другую сторону. Ты забыл клятву Соловья? Ты думал, что он просто закроет глаза на твои методы? Бессмысленной болтовни. Ну же, Карлия, тебе пора на встречу с Галлом. Я не дура, Мерсер. Драться с тобой на мечах значит подписать себе смертный приговор. Но обещаю, наша следующая встреча будет для тебя последней. Как интересно. Похоже, история с Галлом повторяется. Карлия подарила мне способ избавиться от тебя, а эта древняя гробница станет твоей могилой. Знаешь, что забавляет меня больше всего? Что все это стало возможно только благодаря тебе. Я передам Бриньольфу привет от тебя. Спокойно, спокойно. Не вскакивай сразу. Как ты себя чувствуешь? Нет, я спасла тебе жизнь. Моя стрела была отравлена особым паралитическим ядом. Он замедлил твое сердцебиение и предохранил от потери крови. Если бы я хотела тебя убить, мы бы с тобой не разговаривали. Сначала я хотела выстрелить в Мерсера, но никак не могла прицелиться как следует. Тогда я решила убрать тебя с дороги, и это предотвратило твою смерть. Поверь, я думала об этом. Я потратила год на создание крошечной дозы этого яда, ровно на одну стрелу.
Я так надеялась взять Мерсера живым. Гильдия должна судить Мерсера за то, что он сделал. Он должен заплатить за убийство Галла. Я не из прихоти выбрала именно святилище Снежной Завесы, чтобы заманить Мерсера. Прежде чем вы пришли, я нашла и забрала дневник Галла. Думаю, в нем содержатся нужные нам сведения. Если бы я только знала. Дневник написан на языке, которого я никогда раньше не видела. Ну, конечно же. Энтир. Друг Галла из Винтерхолдской коллегии. Это единственный непосвященный, который знал, что Галл — соловей. Галл сам сказал ему. Нас было трое. Я, Галл и Мерсер. Мы были тайным ядром гильдии воров в Рифтоне. Возможно, я позже расскажу тебе об этом. Сейчас тебе нужно идти в Винтерхолд с дневником. Надо расшифровать написанное. Вот. Возьми еще и это. Может пригодиться в дороге. Он был одаренным ученым, великим вором и прирожденным лидером. Все уважали его и слушались беспрекословно. Это Галл привел меня к соловьям и отточил мое мастерство до остроты бритвы. Я ему всем обязана. Мы были очень близки. Галл как-то сказал, что со мной он может забыть о тревогах. Я не могу избавиться от мысли, что это я виновата в том, что произошло. Боюсь, нет. Нужно многое подготовить, и нужно предать останки Галла земле. К тому времени, как Энтир переведет текст, я надеюсь уже прибыть в Винтерхолд. Мерсер солгал гильдии, заклеймил меня убийцей и использовал все свои связи, чтобы распространить свою гнусную клевету. 25 лет я пряталась, никогда не спала дважды в одном месте и тщательно заметала следы. Мерсер не должен умереть так просто. Он должен почувствовать неотвратимую поступь судьбы, когда его жизнь рассыплется в прах, и за ним начнет охотиться гильдия. Я обещаю тебе, что если меня припрут к стене, я не буду колебаться. Никому не доверяй. Помни, говорить можно только с Энтиром. Тут в основном мелкие кражи и пьяные драки. Прости, но ты не мог бы описать запах. Воняло так, как будто... Могу я тебе еще чем-то помочь? Харлия? Значит, она все-таки его нашла. Дневник Галла у тебя с собой? Проблема? Дай-ка взглянуть. Это так похоже на Галла. Воистину горе от ума. Он написал весь текст на фалмерском языке. Нет, но я знаю того, кто сможет. Калсельма, придворный маг Ярла в Маркарте, может обладать материалами, необходимыми для перевода этого дневника. Предупреждаю, Калсельма яростно оберегает свои исследования от посторонних. Добиться от него помощи будет нелегко. В незапамятные времена до людей их называли снежными эльфами. Они жили на свету, и у них было процветающее общество. Ты в этом так уверен? Думаю, Бирна с тобой не согласится. Как альтмеры? Да, я бы сказал, что их культура могла соперничать с альтмерской. В первую эру норды пошли войной на фалмеров. Убивали их тысячами, чтобы изгнать их со снежной родины.
Фалмеры ушли под землю и заключили вынужденный союз с двемерами, которые их в конце концов предали. Это предательство и сделало их такими. Ужасными слепыми чудищами, которые ненавидят все живое, кроме своих сородичей. Да, пожалуй, так и есть. Прости меня. Немало моих друзей погибло от рук фалмеров, и потому я не объективен. Если хочешь узнать о них больше, можешь прочесть мою работу на эту тему. Она у меня на столе. Кроме того факта, что лишь горстка людей во всем Тамриэле вообще поймет, что это за язык. Я почти уверен, что он собирался устроить какое-то дельце, которое требовало глубокого знания фалмерского языка. К сожалению, мы так и не успели обговорить детали. Как ни странно, я послал его туда же, куда и тебя. В Маркарт, Калсельма. Я могу лишь надеяться, что ты сможешь выучить язык не хуже, чем он. Он был моим добрым другом и удивительно одаренным ученым. Я был потрясен, когда его убили. Полагаю, такой риск всегда был связан с его родом занятий. Но я никогда не верил, что удача ему изменит. Ну, ради риска, конечно. Он как-то заметил, что куда с большим удовольствием залезет ко мне через окно, чем будет корпеть над манускриптами. Риск был его стихией. О, это довольно забавная история. Я поймал его, когда он пытался проникнуть в мою лабораторию. Я уже собирался научить его уму-разуму, когда он отпустил потрясающее деловое замечание по поводу моих рабочих заметок. Я был поражен, и у нас завязался разговор. Кто бы мог подумать, что это приведет к такой крепкой дружбе? Калсельма упрям как осел. Выбирай слова, когда говоришь с ним.